Всем хайку, друзья, с вами снова я, Дезертир, мы продолжаем там же, где остановились. Надеюсь, вам понравится. Эй, Завала, угадай, кто поймал сигнал нашего маяка рядом с теми щуками. Падши? Мы видели здесь только кабал. Красный легион наверняка укрепил оборону на случай атаки мобильными подразделениями. Послушай, щуки подождут. Сначала займись легионом. Ручаюсь, они не ждут, что на них нападет их собственная техника. Только посмотри на них. Ведут себя так, будто они здесь хозяева. Уничтожь прислужника, и эфира им не видать. Вот он, злюка. Вы видели, что он делал, да? Злюка, злюка, ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, раздражусь, пойду сейти с помощью техники врага. Еще надо-то. Где технику взять? Что самое интересное. Где-то надо найти технику. Так, вот эти чуваки веселые и крутые, но мы их все равно убьем. Правда, технику я все равно не нашел. Ты отвлекла их. Эфир, потраченный впустую, нам только на руку. А вон техника. Раздолбанная, но сгодится. Хотя бы что-то получил. Так. Сеять хаос в рядах кабал с помощью кабал средства. Благо, это делать надо будет недолго. Блин, чувак, ну чё ты мне мешаешь-то, а? Надеюсь, с другой стороны тоже есть кабал. Иначе это все будет очень грустно. Ну, благо там есть легионер. Эти штуки не такие маневренные, как Спэрроу, но зато мощные. Продолжать натиск. Есть отличный шанс отправить легион в нокаут. Вот поэтому я никогда не стану боксировать с титанами. Вы такие страшные. Мне противно это признавать, но Завала прав. Сначала техника, потом щуки. Так. Давить врагов техникой. Серьезно? Падших по-прежнему представляют угрозу. Прямо мои слова. Давай не будем превращать это в привычку.
посмотрим. И осторожней там. Эти щуки модифицированы с помощью древних технологий. От них всего можно ожидать. Щуки падших, да? Ну давайте добудем щуки. Это не такая большая проблема. Я надеюсь. Я пытался немножко срезать, но понял, что мне дальше, поэтому срезать особо смысла нет. Ребят, все хорошо, только где ваши щуки-то? Ну, как-то так. Не, ну если вы хотите постреляться со мной, я не против, в принципе. Ну, так. По большому счету, без разницы. Эти падшие будут знать, как с нами связываться. Не расслабляйся. Вожак банды где-то близко. Это ненадолго. Какой пафос-то, какой пафос-то. Я тебя тоже могу с руки, и чё? Где же у нас вожак банды? Где-то снизу? Или в другом каком-то месте? А, да. Типа это секретное место, я понял. Ну, будем надеяться, что все окей. Хо-хо-хо. Кабал против. Хм, прикольно. Ладно, что имеем, то имеем. Один больше, один меньше. Какая нам разница? По-моему, меня эта хрень тоже уничтожает. Ну, тут ирка. Отстань. Так.
Надо бить этого чувака. Он застрял, походу. Бич. Ребят, давайте вы мне не будете мешать. Так. По идее, я достоин забрать это дерьмо. Да. Так. Ну, почти везде. Судя по тому, что мне показывают туда, значит, скорее всего, там есть выход, и, в принципе, я прошел всю эту хрень не зря, по ходу дела. Но мне так кажется. Хочется вот верить, по крайней мере. Типа, это сквозной такой проход, по ходу. Так, нам куда-то наверх. Ладно, ясно, понятно. Нам далеко наверх. Куда-то туда. Надо будет еще последний осколок странника, кстати, добыть, посмотреть, что у меня есть там за супер новое оружие. Потому что в этой серии я могу это сделать, так как я точно один. Нафиг это задание. Едем к щукам. Так. Пока получается довольно неплохо, но останется просто найти их. Если в прошлый раз они были по краю, то в этот раз они будут повыше. Где-то на гряде. Видимо, вот этот чувак нас интересует. Отмечаю возросшую интенсивность переговоров падших. Они здорово разозлились. Думаю, мы справимся со всем, что у них есть. В секторе появился ходок. Чего, чего? Я почему-то думаю, что тебе будет больно. Ну, нам как бы в любом случае не сказать надо. Надо сделать аккуратно. Ну и так, чтобы меня еще не зацепило особо. Потому что вот эта хрень меня просто разорвет на части. Этого ходока, ну что поделать. Как-то медленно он уничтожается, сказал друже.
больно хотелось. Так, надо уничтожить пин. Пока, ходок, ты почти сдох. Еще один ходок падших отправился на свалку. Вы заслужили передышку. А еще эта победа наконец даст нам передышку. Отличная работа. А еще здесь есть парочка тайничков, который грех не забрать. Так, все, шикарно. Теперь мы можем перемещаться на основную линию сюжетную. Я просто предпочитаю закрыть сначала доп. Линии, потом сюжетки, и тогда все круто. И тогда все просто замечательно. А пока подгружаемся. Это очень интересный ход. Так, ну навряд ли мне получится перепрыгнуть туда. Зря я, наверное, упал. А, это хрень, вообще с другой стороны хрень. Если вы поняли, о чем я. Хрень с другой хрени. Так мило. Где-то здесь она будет. Да, вон там вот. Расплата. Ну, возможно, скоро мы с ними расплатимся. Тебе предстоит нелегкий путь, поэтому я посылаю Холидей с чем-то особенным. Эй, насколько особенно? Никаких остановок. Надо пробраться на объект и захватить транспортник Кабал. Мы должны добраться до Всемогущего любой ценой. Завала, мне нужно кое-что у тебя спросить. Когда ты сказал нашему стражу, я цитирую, мне нужен Кейт. Ты ненароком, ну не знаю... Не прослезился? Холидей, докладывай обстановку. Внесите в протокол, не отрицал. Скоро прибуду, командир. Птичка неповоротливая. Так, нужно, короче, проходить дальше. Убивать ребят из Кабала. Не давать им выживать. Этот красавец должен быть вам знаком по приключениям в Аркологии, где вы едва не окочурились. Ты привезла нам танк? Ты снабдил их танком? А почему мне танк не давали? У тебя он сразу сломался бы. Нет, нечестно, я умер. Но зато мы покатались на птичке. Осталось просто их убить.
Это будет самая, мать его, эпичная хрень. О, ребят, я так вас ждал. Я вас так ждал. Сюда же вкусняшку подобрал. Опс. Нарезник был меня не в обиде. Страж, обращайся, если тебе понадобится еще одна бронированная красотка. У меня таких много. То есть мне ничего, а им танков сколько угодно. Ясно. Ну, Кейди, ну что ты? Это же логично, ну я страж, а ты нет, и поэтому так думаю. Мне много, тебе ничего. Дверку-то откройте, ребят. Спасибо. Пока вроде совсем справляюсь, опыт у меня отлично накапливается. В принципе, можно все одним танком пройти, если не завахлять. Я думаю, кстати, попробую так и сделать. Так. Я, по-моему, голову снес. Простите, ребят, я не специально. Я даже не думал, что может быть больно. Неужели придется слезть танчик? Ну ладно. Зачем ты так взорвался? Оп. Открываем мега упер двери. Транспортник уже заведен. Вам нужно поторопиться. На том транспортнике Думас. Сейчас он ваш ключ к всемогущему. Вперед! Продолжаем поездочку. И, конечно же, у Красного Легиона тоже есть танки. Эй, Красный Легион. А давайте без танков. Потому что это нечестно. Что ж, они убрали мост.
Пересечь пропасть не получится. Оу, твой супертанк не умеет летать. Вот досада. Какая жалость, он и вправду не умеет летать. Значит, нам придется ему помочь. Например, чтобы включить мост. Прости, чувак, но вот ты сам напросился. Ты думаешь, что если ты заставишь меня ни хрена не видеть, это тебе как-то поможет? Теперь нам ничто не помешает. Если ты не собирался давать мне танк, то зачем послал за мной нашего любимого стража? Я нахожу твои рискованные методы, когда ты все ставишь на карту, эффективными и воодушевляющими. Конечно, но в сочетании с танком воодушевление гораздо больше. Так. Ну, сами виноваты. Попробуем объехать, чтобы не получать новый танк. Если что, мы зародимся там, получим его. Прости, чувак, я не думал, что это будет тебе так больно. Так, нужно, короче, вот эти их ракеты нафиг уничтожать, иначе мы сдохнем. Так. Пошел в жопу. Танчик. Все? Все пройдено одним крутым танком? Давай заезжай. Мы почти доехали до нужного места. Мы круты. Мы почти что выбрались из туннеля и подходим к транспортнику. Отлично. Последняя преграда на вашем пути к всемогущему — Думас Несломленный. Он кровавый страж, один из избранных Гоула. Красный легион умрет за него. Так почему бы им в этом не помочь? Ну, я в принципе согласен. Пол хпшечки, я думаю, нам должно хватить вообще. Они окружают транспортник щитами. Погоди, видишь те генераторы? Чтобы попасть внутрь, нам нужно их вырубить. Ну, значит, сейчас займемся этим. Проблема. Так. Я решил просто подзачистить зону. Генераторы. А, это вот эти как раз два, да?
Да я, в принципе, люлей вам и так не против надавать. Так, и вот так. Вроде бы больше никого. Прости, чувак, это было слишком больно, наверное, для тебя. Так, второй генератор надо расхранить. Уже видите, так сбоит у него поле немножко. А танк-то все еще держится. Это значит, что я хороший водила, видимо. Ну, возможно, можно было вообще без потерь пройти. Но... Ну, я не ожидал, что здесь будет столько дерьма. Ой. Щит отключен, но корабль вот-вот улетит без нас. Не дайте ему взлететь. Пара снарядов выхлопные и дело в шляпе. Ну что ж, друзья. Он готовится улетать, а мы готовимся его сбить. Точнее, самую малость подбить. Так, чучело. Прости. Корабль на вечном приколе. Пойдем искать Тумаса. Отлично, страж. Кейт, когда все это закончится, я поговорю с Колидой насчет танка. О, и я по тебе скучал. Круто. Осталось дождаться, пока нас загрузят, и пойти на корабль за Тумасом. Ну, жалко, конечно, что нам не дают ничего здесь. Мы находимся аж вот здесь вот. Вон там вот где-то сундучок, кстати, можно его, в принципе, взять, почему нет. Я, честно говоря, не знаю, что делаю. Не очень. Мне больно. Всем стражам в регионе к вам направляется течь. Не знаю, что они замышляют. Вряд ли что-то хорошее. Так. Еще чуть в топе вот туда. Вон он желтенький, по-моему. Стойкий вандал. Не стой там дальше. Сейчас будет весело. И очень опасно. Осторожнее там. Ну, походу, я знаю, что будет. Если кто-то будет опускаться. В одиночку-то я навряд ли их, кстати, у хандуку. Кто-то знает, блин, я 30 уровня.
принципе, чисто в теории можно. Там Хан говорил. Доставлять снаряды. Ну хотя бы одну разместим. Нас здесь как минимум двое. Посмотрим, как они справятся без оружия. Ой-ой. Идея, второй должен прилететь. Бич. Ха! Мы уничтожили двух ходоков и обокрали их тайники. Превосходная работа. Ну, начиналось все в соло. Ну, не красавчик ли я после этого? Выбрали героик. Даже там он сверху вижу. Можно, кстати, ее подобрать. Бджик. В принципе, это оружие. Че бы нет-то. Так. Давайте посмотрим, что у нас новенького. 308. Здесь тоже. 311. 309. Здесь ничего. 315. Скорее всего, дробовичок какой. 311. Все замечательно. Мы крутые и веселые. Так. Квестио у нас где? Где Квестио? Если ты неуязвим. Ты охренел, что ли? Нет, мистер Центурион. То, что вы меня шмаляете какой-то фигней, вас не спасет. А вы умный. Ну, вас это тоже не спасет. Так. Мне нужно, чтобы мне открыли вот это задание. Ну, где-то в глубине, так что, в принципе, можно даже на нашем транспортнике долететь. Не сломленный. Ага, начать миссию. Магия Варлока. Магия Варлока. Это прям что-то, что-то такое магическое, варлокическое. Уже совсем скоро, я думаю, мы доберемся до нужных нам миссий. Готово. Мы на транспортнике.
Хорошо. Ваша цель — Тумас Несломленный, один из избранных Гоула. Коды, ключи от его корабля — ваш билет на Всемогущий. Пока вас не было, Хоторн с ним уже столкнулась. Ну и ладно. Не зря их зовут Кровавыми Стражами. Я бы сказала осторожней, но... Последней команде это не помогло. Найдите командный отсек, там будет Тумас Несломленный. И сломайте его. Ну ладно, 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 я не буду совсем уж наглеть. Это получится, что я прям тут пытаюсь выпендриваться, все дела. Прости, песик. На сегодня не твой день. Читом от меня закрылся, серьезно. Ух ты, мразота-то. Спасибо. На самом деле, в большинстве своем они мне даже помогают. Ну давайте, ребят, давайте. Я не против. Несмотря на то, что у вас дохрена. Мостик должен быть над нами. Давай найдем консоль со схемой корабля. Консоль со схемой корабля? А, вот она. Так, карта у меня. Пора искать Тумаса. Оу, как удобно. Какая-то хрень, которая нам поможет забраться наверх. Это, видимо, какой-то большой самолет, вертолет или что-то в этом духе. Будьте осторожны. В команде, которую я потеряла, были отличные бойцы. Из самых лучших. Наш страж справится, Хоторн. Для нас это обычное дело. Не теперь. Насколько я помню, без света вы от меня не больно-то отличаетесь. Ну, все кроме меня, я отличаюсь по сути. Дверь заперта. Осмотритесь, всегда есть другой выход. Жаль, меня там не будет. Уж я бы постреляла. За своих. Твое время еще придет, Хоторн. Жду не дождусь. Дамбалай, ло-ло-ло. Надо снайперов убрать. Потому что в основном они дамаг наносят. Остальные-то до меня не шибко добегают. Мне на самом деле вот лень даже здесь что-то делать. Ну потому что лень целиться даже. В большинстве своем патронов хватает. Так, ну нет, все равно приходится, наверное, расцелиться, но не приходится это делать все время. Простите, чуваки, но вы сами виноваты в этом дерьме. Так, я видел того чувака. Не очень понравился. Или очень не понравился, я пока еще не решил. Но люлей он получит знатно. Ибо нефиг. Почему я упал?
Все, бежим дальше. Мы почти в ангаре. Тумас уже знает, что за ним пришли. Готовьтесь к теплой встрече. Холидей, ты сможешь помочь? Возвращаюсь. Вот только сброшу с хвоста пару уродцев из Легиона. Так, ясно. Придется немножко повоевать. Самый малость. Так, хватит разбегаться. Подмогу вызывали? Беги, беги! Эй, ну я сам хотел его добить. Ну ладно, девочка мне неплохо поможет. Держите дверь открытой, если не хотите меня видеть. Вот это да. Блин, он с этим что-то посложнее. Тем не менее, тоже можно. Ладно, страж. Мое дело сделано. Теперь иди и разберись с Тумасом. Уверена. Ладно. Посмотрим, что меня ждет. Засады, например. Засады, засады. Какой ты милаш. Ты ж понимаешь, что тебе конец? Видимо, нет. Ну ладно. Томас? Чувак, ты кусок говна. Ладно. Это тоже не шибко крут, наверное. Телепортнулся, чтобы в итоге в мое же говно попасть, красавчик. Прости, прощай, но ты кусок. У нас есть коды, а Тумас мертв. Все сделано. Отлично. Теперь на базу. Найдите его корабль и отправляйтесь на Всемогущий. Мы на вас рассчитываем. Нехилую работенку ты проделала, страж. Я всем расскажу. Тумаса больше нет. Ну, он сам виноват, по сути. Чё, кого? Так, новые заданьки, новые заданьки. Куда же без них? Тем временем мы набрали уже 200, почти 300 плюс уровень. Я думаю, что мы пойдем по заданиям. Но, скорее всего, это будет в следующей серии. Нам еще нужно забрать последний осколок, кстати. Я думаю просто, что серия где-то минут по 50 плюс-минус час с лишним, это нормально. Ну, то есть примерно вот в таком диапазоне. Меньше точно особо делать не имеет смысла.
Так. Ладненько. А в следующем месте мы увидим миссию по осколку странника.